Доброго дня, нам сьогодні у студії громадського Волинь народний депутат України 8-го скликання Семен Семенченко. Доброго дня. Доброго дня. Власне, знаю, що сьогодні на Волинь ми приїхали для того, щоб спробувати вирішити частково, наскільки це можна, проблеми у лісовій сфері, обговорити їх насамперед. Розкажіть детальніше про мету вашого візиту. Я приехал не решать проблемы в лесной сфере, я приехал на приглашение участников акции протеста. Они приезжали ко мне в Киев, приезжал мой старый боевой товарищ, который был у меня в батальоне еще в мае месяце, житель Камень-Каширского района Богдан Пташник. Он был поранен тяжело еще в те времена, когда батальон партизанил, и сейчас является моим помощником. Вчера я был по тем же вопросам на Буковине, до этого я был в Житомире, Закарпатье. Эти проблемы по всей стране. Началось все с того, что мы расследовали обстоятельства отправки дерева для строительства оборонительных сооружений боевиков через линию соприкосновения в Луганскую область. Потом, в связи с тем, что самопомощь несет политическую ответственность, это не очень для нашей страны привычное понятие, потому что у нас стараются все ее не нести, мы хотим нести за Министерство АПК. И в результате моих поездок, я, кстати, был за 3 дня до Мукачева в Закарпатье, видел, как все это развивалось, была создана комиссия Яценюком по просьбе и требованию министра АПК, по моим данным. Эта комиссия приехала на Буковину, приехала на Закарпатье, потом она должна быть в том числе и на Волыни. Ну и пошли потом оттуда информация о том, что комиссия ездит под Астраханом, занимается тем, что все уже решила, громадских активистов не пускает, не берет у них информацию о том, где какие преступления совершаются, и опять все хотят замылить. Я приехал, послушал, были абсолютно разные мнения. Естественно, людей уже зашугали, одним рассказывали, что я тут еду с автоматчиками. Это все то же самое рассказывал Болога правому сектору, когда хотел в Закарпатье их на меня натравить. Мы потом нашли общий язык, как и с вашими хлопцами. Рассказывали, что я кого-то собираюсь назначать, снимать. Моя задача – обеспечить взаимосвязь между местной неравнодушной громадой, между министром АПК, и сделать так, чтобы были прозрачные конкурсы на назначение должности, и реально велась борьба с коррупцией. Но об этом чуть позже, если хотите, более подробно расскажу. Если вернуться до Волыни, зокрема, до волынских реалий, думаю, это цікавіше нашим, насамперед цікаво нашим глядачам. Мали зустріч з представниками, ми вже згадували, різних добровольчих батальйонів, громадських активістів біля ОДА. Про що там говорилось? Говорилось про те, що одні хочуть, щоб той тимчасово виконуючий обов'язки керівник, которого они считают он дважды судимым, ушел с должности. Вторые предлагали, чтобы он остался. Третьи кричали еще что-то. Но я людям объяснил, что мы не можем подменять собой Министерство ПК, лесовую галузь. И знаете, как там раньше было запорожские казаки, на крик толпы людей, которые, да, действительно избиратели, но они же государство имеют, кричать на царство какого-то руководителя. Я предложил, и в принципе вся громада поддержала, все единодушно проголосовали, что мы должны добиться процедуры. То есть процедура должна быть следующая. То есть на сайте, обязательно должно быть на сайте, чтобы не было сборов проплаченных людей в каком-то помещении, заранее выставлялись бы кандидатуры на те или иные должности, в частности лесовой галузи. Была специальная система, позволяющая фиксировать все замечания, все жалобы, все компромат, условно говоря, которые есть на тех или иных людей, чтобы они не были раньше коррупционерами, чтобы они не принадлежали каким-то коррумпированным криминальным кланам, не служили раньше злочинной владе там, в партии регионов, коммунистов и так далее. Следующее, чтобы была комиссия, которая бы все это разбирала, отделяла бы бред сумасшедшего от реальных замечаний и предложений. И после этого, просеивая людей, выставляла уже тех людей, у которых в громаде нет вопросов. И потом состоялся публичный конкурс, который можно записывать, показывать там в прямом эфире. Самое главное, чтобы было доверие людей. А если люди себя чувствуют, что они не участвуют во всем этом, то, естественно, о каком доверии может идти речь. Вот об этом мы поговорили на митинге, и люди с этим согласились. Потому что нельзя сейчас давать возможность нас разделять, вкидывая вот эти деструктивные идеи. Мы за одного, мы за второго, мы не хотим кировать Волынью. Волынью должны кировать эти люди, которым доверяют сами местные жители. А мы, раз нашу избрали Верховную Раду, должны обеспечить депутатский контроль. По комиссии, власне, ваша думка, кто тогда має увійти в цю комиссию, про яку ви згадали? Ну, смотрите, во-первых, однозначно это должны быть представники СМИ, однозначно. Второе, это должны быть представители... Ну, знаете, я не вижу проблем от всех активных групп.
Почему бы нет? Це має бути київська, чи це має бути місцево, тому що, знаєте, є механізм проведення публічних конкурсів в Києві, но почему-то они не проводяться. Но даже если они будут проводиться, должна быть такая небольшая насадочка, которая позволяет местным людям прежде всего принимать участие в обсуждении и аргументированно накладывать право вето. То есть, чтобы потом было доверие, чтобы потом не проходили люди, которые там действительно раньше там тетушек организовывали или там воровали активно. И вы знаете, у меня нет готовых решений. Я приехал с идеей, с принципом, который, в принципе, ваша же громада и поддержала. Несколько местных активистов согласились участвовать в группе по разработке всей этой концепции. Я думаю, это не больше недели. Мы пропишем все этапы, выкинем на сайт, послушаем критику и запустим очень быстро. И я думаю, что будет разговор с руководителем лесной отрасли в Киеве, потому что это человек не самопомощи, это человек, который назначал Кабмин. И хотелось бы все-таки, чтобы он, несмотря на то, что он к партии нашей не имеет никакого отношения, прислушался к тому, что говорят люди на местах. Публичность и открытость. Сьогодні зустрічалися з активістами, теж таке питання задавали активісти, чого не було влади обласної або місцевої, тому що від них теж напряму залежить і часто нарікають, що саме вони мутять ці схеми, про які ми говоримо. Чому тільки були активісти? Возможно, опасались, що ми їх мобілізуємо в армію. Ну, ви їх окремо не запрошували. Я не знаю, я не участвовал в организации митинга, меня пригласили, причем пригласила и общественность, и пригласил и мой боевой товарищ. И я отвечал людям, что если бы мы не хотели работать по-новому, мы бы вообще такие слова «политическая ответственность» не говорили. У нас что-то, часто Народный фронт ездит за министра внутренних дел что-то отвечать. У нас часто за действия Муженко сюда депутаты от БПП приезжают. Мы хотим ввести это понятие «политическая ответственность» как принцип, показать своим примером. Почему не было місцевої влади? Я думаю, вопрос к местным жителям, я не знаю. А ще скажіть, ну, власне, це одна з проблем, тому що часто спостерігається на зустрічах по призначенню, ну, не тільки, зокрема, лісової галузі, і інших галузях, а, зокрема, якщо ми говоримо про ліс, то, власне, на останній зустрічі, коли обговорили кандидатуру цього квартирка, було різні думки, були і представники, які були проти, а було так само там представники інших батальйонів або активістів, які були за. І тут одні казали, що вони проплачені, інші говорили, що ті проплачені. І якийсь такий конфлікт виходить між цими громадськими активістами. Як цього уникнути? Так, да, тому що ця процедура абсолютно ненормальна. Не можна підміняти нормальну публічну дискусію процесом, знаєте, як кричання на царство або там на кош кого-то. И это даже не представители батальонов обговаривать. Они вообще... Что значит представители батальонов? Все батальоны у нас входят в те или иные структуры, они идут на фронте. Сейчас, если они сюда приехали, это ветераны подразделения, это обычные граждане. Mm-hmm. Такие же, как и вы, такие же, как и я. И поэтому не должно быть вот такие вот обсуждения кулуарных какой-то кандидатуры. Потому что Квартирка, насколько я понимаю, он на публичный конкурс не выставлялся. Поэтому все это не имеет юридической силы. Должны быть альтернативные кандидатуры, должно быть время для того, чтобы высказать свои предложения и замечания. Должны быть правила, какие замечания мы учитываем, какие нет. И люди, которые согласны этим правилам, быстро проведут разбор замечаний. Да, конечно, все не будут довольны, но это на порядок повысит доверие. Я думаю, что, знаете, надо уже начинать людей назначать не только по принципу фаховости, потому что у нас очень много людей, которые вроде бы профессионалы, но их система сломала, испортила, они просто начинают вариться во всех этих взятках, коррупции. В Чехии в свое время руководил разведкой там, писатель, в свое время министром обороны там был человек далекий от войсковой справы. Пусть у него заступниками будут опытные люди, а вот он должен быть не из системы. Я думаю, нужно это тоже в лесное хозяйство внедрять. Буду разговаривать с министром, потому что все повязаны. Я недавно поймал точно так же несколько лесовозов с Унаунсо в Житомире, без документов, без ничего, милиция не реагирует, я показываю удостоверение, начинает составлять протокол. Приезжает лесник, через 20 минут все уже есть, все привозят. Суммы, смотрите, только на взятки с внешнеэкономических контрактов в Сумской области, мы там просто глубже копнули, до 70 миллионов долларов каждый год идет, орошает всю эту коррупционную равнину, как говорится. То есть там занижают цену на продажу на внешнеэкономических контрактах. И вот эта разница кэшем идет по карточкам, все оно идет по счетам. Представляете, сколько можно в масштабах страны и на АТО, и на социально незащищенных граждан пустить. Ну и, соответственно, имея такие деньги, кто ж из коррупционеров просто так сдастся? Это работа, которую нужно пройти. Но я считаю так, если самопомощь не может управлять одним министерством, а мы хотим доказать, что можем, то куда нам лезть управлять страной?
Вже згадували, що було в інших областях на таких рейдах, чи плануються якісь рейди по Волині. Ну, причому, що на попередньому нашому, нашій зустрічі з вами говорили, що такі рейди якби плануються. Рейди плануються, однако нам нужно, прежде всего, понимать, что эти рейды, они не будут иметь какого-то процессуального продолжения, потому что полностью блокирована прокуратура и МВС, они не будут нам помогать, только разве что изображать. Будут приезжать, привозить там через 20-30 минут все документы. Это нам нужно больше для внутреннего пользования, для министра. Что мы предлагаем? Немедленная замена тех руководителей областных и районных объектов лесовой галузи, которые утратили доверие общества и довели лесную промышленность до, по сути, исчезновения. Проведение открытых и абсолютно прозрачных конкурсов на занимание этих должностей с учетом общественной думки, репутации, фаховости и наличия у претендентов успешного опыта хозяйственного. Введение системы открытого доступа в онлайн-режиме согласно всех разрабляемых лесосек. Предоставление полной информации по количеству, сортности, размеру вырубленной деревесины, а также цели и обоснования этих работ. Дальше. Нам необходимо реально, чтобы заработала горячая линия агентства лесных ресурсов. То, что сейчас есть на сайте, не работает. Создание общественных советов при агентстве, да, областных управлениях. Вот это очень сложный вопрос. Надо сделать так, чтобы они не были карманные. Будем экспериментировать. Создание природных хозяйств, групп быстрого реагирования из числа активистов, журналистов и представников общественности, которые могли бы быстро реагировать на какие-то уведомления о злоупотреблениях. Срочный аудит всех без исключения государственных предприятий лесной промышленности, привлечение независимых экспертов, в том числе западных, и включение в эти группы журналистов и активистов. Создание при агентстве лесовых ресурсов департамента внутренней безопасности, который должен подчиняться либо главе агенции, либо министру, и он должен заменить на месте абсолютно коррумпированную и непрофессиональную работу как аудиторских комиссий, так и отсутствие реакции милиции. И вот тут можно было бы привлечь атошников. Если мы сможем создать, по примеру, патрульной службы, вот такие группы лесной охраны, сможем нормально их контролировать как государство, то мы решим проблему частично занятости, второе, атошников. Мы не дадим их растащить по разным политическим лагерям, сейчас начнутся подкупы, каждый захочет себе какую-то группу, группочку иметь, чтобы защищать свои интересы. А хлопцам иногда некуда деваться, потому что они, ну, видят, что все воруют, они не могут разделить, где белое, где черное, у них после АТО такой коллапс идет. А здесь они могут послужить державі. От я буду добиватися цього. Це, що ви зачитали, це має бути якийсь проект рішення, чи що це має бути? Ми на фракції це розглянули, це мої виводи після поїздки. І міністр це прийняв. Тепер ми добиваємося, щоб це прийняв руководитель лісної промисловості, лісової агенції, і указав сроки, коли це буде реалізовано. А далі ми, як народні депутати, заінтересовані в результаті. Громада во всіх областях, от Буковина, Закарпаття, Житомир, ви, вот так вот зажали их и заставили довести все это до конца. Потому что, поверьте, 95% работников, особенно на керівних посадах, не хотят этого. Ну, это кэш сумасшедший, понимаете? Кому война, а кому мать родна. Мародеры никогда особо не симпатизируют тем, кто хочет навести порядок. И в том числе для этого я приехал. Там были люди, которые кричали, что ты там приехал, зачем ты пришел. А мы с ним поговорили, выяснили, что мы союзники. Я вот хочу, чтобы такие союзники были по всей стране. Независимо от выборов, не выборов. Другого рычага нету сейчас.